Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Доброї раниці. Праз некалькі дзён хіміки і работники хімічної промисловості означають своє професійне свято. Традиційне воно припадає на апошнюю неділю мая. З якими досягненнями до свята подиходить хімічна промисловість Гомельщини? Чим вилучається на постсовєтській просторі і що зможе пропонувати світу у найближчій будущині? Висвітляла Ганна Ковальова. С початку этого года организациями концерна «Белнафтохим» выкарыстана больше, как 4 миллиарда рублей инвестиций. Дякуючи этой сумме, тут реализовали шерах новых проектов. Их выники – это реконструированные цехи и новые линии вытворчести. В уголе по таких напрямках развития предприемства концерна идут уже давно. Один из прикладов – завод полиэфирных текстильных ниток открытого акционерного товариства «Светлогорским волокно». Обошние 10 годов тут проводится украинение энергосберегающих технологий. Как выник такой модели? Модернизации, повышение якости продукции и разом с тем снижение себекошту вытворчести. Я приведу фактические цифры. За апрель месяц мы сэкономили порядка 216 миллионов белорусских рублей. В мае месяце мы уже прогнозируется цифра порядка 700 миллионов белорусских рублей. Еще один из наглядных прикладов модернизации – это швейцарская установка. Она лечится лепшей у свете. Похвалиться такой, окромя светлогорским волокно, на всей постсоветской просторы может только одна российская вытворчесть. Перевага техники у тем, что она вырабляет натуралоподобные материалы, которые потом будут выкорыстаны у автомобильной и мыблевой вытворчести. Окромя того, могутность установки забеспечивает 810 тонн продукции у год. При этом до конца 2017-го тут появится еще две одинки такой тип. И в целом наиновшее обсталевание, которое уже сегодня есть на предприемстве, мае богатый потенциал. А свой яки еще треба будет при створении вытворчести цалком новой продукции. Это будут материалы, которые будут применяться и в сангигиене, в строительстве. Очень много разных обтирочных материалов. Очень много материалов требуется для медицины, которые впитывают разные среды. Вот это предназначение будущих нитканных материалов нашего производства. Литерально на початку мая затвердили концепцию развития концерна «Белнафтохим» на ближайшие 10 годов. При этом головный курс у ее застался ранейшим. И он предугледживает протяг модернизации и освоение выпуску новой продукции. У тем лику и то, якая сегодня у нашей краине еще нигде не вырабляется. Але попыт на ее увугли на сусветном рынку вельми высокий. Мы стараемся занять все ниши, которые более премиальные рынки. Мы уходим туда. 36 стран мы вошли на новые рынки только за 2015 год. И дальнейшая эта работа будет происходить. Это связано в первую очередь с тем, что наше предприятие модернизируется. Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадио компания «Гомель», Светлогорский район. Фонд «Гомель Абламайомость» означил 25-годие своей деятельности. Для коллектива эта дата стала подставой для подведения выника узробленного. Чем гонораться у Гомельским областным территориальным фонде державной майомости, ведая Олег Сентеров. Процесс реформирования державных предприятий у приватную форму власности в Беларуси начался в 1990 году. У вынику проведенной работы отрывался скоротить расходы за кошт податкоплательщиков, увеличить поступление в бюджет, заявился интерес инвесторов до реального сектора экономики. А прочатого такие переутворения коренным чином изменили отношение людей до недержавной майомости. За 25 годов на Гомщине переутворены в акционерное товариство маль 700 предприятий коммунальной майомости и свыше 200 республиканской. У Тымлику такие сусветно ведомые, как Гомельдрев, Мазерский НПЗ, Гомельшкло, Гомельский химичный завод. А прочатого значная увага в работе областного фонда утягнению у господарчий оборот державной майомости, якая не выкористовывается. Отповедная работа ведется 8 годов. За этот час новых уласников набыли амаль 2000 капитальных сбудований. По этому показчику Гомельская область – в Беларуси. Работа с имуществом на сегодняшний день у нас строится таким образом, что мы должны довести до потенциальных инвесторов либо субъектов хозяйствования информацию о том, что у нас имеются свободные площади. Сегодня используются различные методы доведения информации. Это, конечно, сегодня электронные средства, это интернет, это сегодня различная реклама в транспортных средствах, это сегодня всевозможные растяжки.
Сегодня, до речи, потенциальным покупникам на Гомельщине пропонуют больше 170 объектов коммунальной майомости. Причем задача фонда «Гомель Абалмайомость» не только продать, а и вести постоянный контроль эффективности выкористания. Подчас урочистого сходу огучивается информация, когда 40% сбудований набываются для вытворчих мед, когда чверти под жилье, крыху меньше для организации гандлю. И такие личбы, якими генерация областным фонде державной майомости и якие оценили у республиканским комитете. За 8 годов инвестиции от реализации державной майомости склали амаль 100 миллиардов рублей и больше 2 миллиона долларов. Этой теме уделяем очень большое внимание. То есть мы всегда смотрим своевременно, когда проводим оптимизацию, если вдруг закрывается какое-то учреждение, образование, либо какой-то магазин, социальный объект, мы сразу стараемся принять все меры для увеличения его в хозяйственный оборот. Поэтому у нас всегда ежегодные планы, наверное, наибольшие в республике. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Жильово-комунальная господарка Гомельской области распочала подрыхтовку до наступного отепляльного сезона. Отповедный комплекс мероприемств распрацаваны, шляхи его выполнения обмерковывались подчас посяжения облвыканкама. А об особливостях сёлетней подрыхтовки наш наступный сюжет. До работы у осенней зимовой период коммунальные службы начинают рыхтоваться одразу, как только у кватерах отключают отепление. Головная увага – контролю за готовностью отепляльных систем. До наступного сезона плануется выполнить ремонт и реконструкцию больше, как 114 километров тепловых сеток. Отбудется замена больше, чем 70 километров водопроводных сеток. А кроме этого, у огульный список работ включены ремонт дахов и день необходимое отепление помешканию. Сярод першочарговых задач так само нарыхтовка палива для котельняв. Традиционно заготавливаем чуть-чуть больше для того, чтобы как раз-таки это топливо полежало на складе, подсохло и, так скажем, с меньшей влажностью поступало на сжигание в теплоисточники, что, соответственно, даст большую отдачу в тепловой энергии и, соответственно, снижение затрат на выработку одной гигакалории. Термины выполнения работ остаются неизменными. Згодно нормативу, коммунальные службы повинны завершить подрыхтовку до отопляльного сезона до 1 вересня. Для того, чтобы, соответственно, спокойно войти и готовиться, надо не в последние дни, а, соответственно, начинать готовиться с первых дней, для того, чтобы спокойно войти не в авральном режиме и максимальные работы, необходимые к выполнению, выполнить в указанные сроки. Дмитрий Котов, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Напередодні у Гомелі відбулося вшанування переможців обласного огляду конкурсу на лепшую публікацію о профсоюзному руху Гомельської області у регіональних сродках масової інформації. До церемонії узнагородження фіналісти творчого споборництва прийняли удел у круглому столі на тему «Друковані видання у сучасних умовах» і ознайомилися з роботою редакції газети «Гомельська правда». Вероніка Ворошилина володіє подробязностями. Гомельская правда – найстарейшая газета нашей краины. У наступном годе коллектив рыхтуется отсвятковать ее 100-годовый юбилей. А кроме шматгранной журналистской деятельности, супрацовники газеты освоивают и новые направки развития. До прикладу, больше 4 года на территории редакции функционует выдавецкий дом, где ведется выпуск разной полиграфичной продукции. Починаючи от визитных карток и поштовок до книг, билбордов и баннеров. Причем выдавецкий процесс включает в себе и написание тексту, и фотосдымку, и распрацовку дизайнерского оформления. На рахунку выдавецкого дома «Гомельская правда» такие буйные проекты, как «Гомельская губерния», «Гомельщина уникальная» и «Гомельщина аграрная», «Гомельщина житё после Чернобыля». Газета активно развивается и в интернет-просторы, постоянно удосканальвающая свой портал «Правда Гомель». У ближайших перспективах открытие уластной радиостанции «Правда Радио». Ближайший наш такой творческий проект – это открытие FM-радио, которое будет называться или называется уже «Правда Радио». Думаем, что вещание начнется где-то в середине, во второй половине августа. И пока территория Гомельской области и вокруг ее 30 километров. Поэтому будем рады своим новым слушателям. До церемонии узнагородження переможцы областного огляду конкурса не только ознайомились с работой редакции газеты «Гомельская правда», але и приняли удел у круглом столе на тему «Друкованное выдание в сучасных умовах». У целом творчий конкурс серед представников СМИ, які штогод проводится Гомельским областным объединением профсоюзов, накированы на то, как глубее познайомить читачоу с громадско важной профсоюзной деятельностью.
Нам хочется, чтобы люди больше знали о профсоюзной работе. Не о функционерах профсоюзных, а именно о работе, которая происходит в трудовых коллективах по инициативе профсоюзных комитетов на территориях. Есть много интересных примеров, но на фоне этого есть много очень интересных людей, причем подвижников. Я имею в виду общественников, которые действительно делают свою общественную профсоюзную работу интересной. Під час урочистої церемонії переможці обласного огляду конкурсу на ліпшу публікацію профсоюзним руху отримали дипломи і подарунки. Щогод це творче споборництво набирає обороти. Сьогодні кількість заявок на удел повеличилася удвоє. Було представлено біля 400 публікацій з 19 районів у Гомельській області. Конкурс на лучшее освещение профсоюзного движения, он, по-моему, самый близкий для журналистов, потому что мы работаем вместе, мы работаем, рассказываем о людях труда, работаем в трудовых коллективах. Я думаю, что журналисты Гомельщины активно будут продолжать работать в этом направлении, освещая хорошую, продуктивную, результативную работу профсоюза. Усі переможці отримали заслужені узнагороди, некоторые нават виказали архкомітету свої конструктивні пропанови. Як зробити гэты і зараз масштабний конкурс ще більш запотребованим серед сродкаў масової інформації у Гомельщини. Вероніка Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель». У День славянского письменства и культуры литературная гостиная молодых авторов 31 меридиана значила полгода с момента своего створения. Мероприемство с этой нагоды отбылось у Центральной городской библиотеки имени Герцена, про якое існує гостиная. Зараз она объединяет несколько десятков молодых авторов. Дарыши, прикладно половина из них дебютовали совсем недавно. Имены начинающих, але талиновитых литераторов были открыты как раз на протягу опошних 6 месяцев, дякуючи работе литературы. У творчей скарбонцы многих из них уже есть высокие узнагороды, причем некоторые сусветного узровня. Мы еще работаем, не только открываем новые имена, но также мы хотим приобщить к работе и молодежь. Вы знаете, в нашей литературной гостиной часто присутствует очень много студентов и филологического, и исторического факультета. И я смотрю, что действительно молодежь потянулась к литературе, к поэзии, и это очень меня радует. У Гомельском районе проходит взлет-конкурс «Отраду юных инспекторов дорожного руху». Удельниками стали больше за 80 школьников с Беларуси и России. Урочистая церемония открытия взлета отбылась на набережной Сожа. Какие конкурсные выпробования чакают юных инспекторов, доведался Дмитрий Котов. Вертолет у неба над ракой Сож, прибытие команды в области на теплоходе и массовые танцевальные выступления. Церемония открытия 44-го взлета юных инспекторов дорожного руху прошла с великим размахом. Удельников все лето больше, как 80. Каб трапить у Гомель, и они проходили попередние отборы у своих регионах. Головная мета взлету – профилактика дитячего травматизма на дорогах и пропаганда здорового ладу життя. Самое главное, что как сотрудники госавтоинспекции мы можем для себя отметить, что на сегодняшний день в структуре аварийности детки наши страдают в дорожно-транспортных происшествиях гораздо реже по своей вине, нежели по вине взрослых. Поэтому что-то подобное, наверное, уже впору проводить со взрослыми. Традиционно на взлет приезжает команда Российской Федерации. На этот раз наших соседей представляют школьники из Краснодара. Российская Федерация принимает участие в республиканском слете-конкурсе юных инспекторов движения каждый год. За это мы хотели сказать огромное спасибо организаторам этих соревнований. Также команду Беларуси каждый год мы приглашаем на межгосударственный слет юных инспекторов дорожного движения в Россию. Программа взлета юных инспекторов насыщенная и интересная. Школьники будут выявлять, кто лучше за остальных, ведая правила дорожного руху, оказывая первую медицинскую допомогу и володая навыками вождения велосипеда. Так само для удельников подрихтованы разностайные спортивные и творческие конкурсы. Для меня это, конечно, очень важно, потому что мне хотелось бы самой узнать побольше о правилах дорожного движения, о оказании первой медицинской помощи и научиться кататься правильно на велосипеде. Все конкурсные выпробования проходят у санатории «Золотые пяски», который находится на территории Гомельского района. Выники будут подведены 28 мая. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом пока все. За развитием подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побачення.